Законодательное собрание Приморского края одобрило проведение повторных выборов губернатора 16 декабря. В поддержку этого решения высказалось 30 депутатов из 40. Об этом сообщает РИА Новости. Каждому депутату предстоит собрать в свою поддержку для выдвижения на должность губернатора 140 подписей депутатов, правительственных органов и глав муниципалитетов. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах. Известно, что претендовать на пост главы региона намерен в РИО губернатора Приморья Олег Кожемяка, недавно назначенный на эту должность Владимиром Путиным. Он заявил о планах участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Конкуренцию ему должен составить кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако, как ранее сообщал «Дождь», Ищенко могут не допустить на выборы из-за низкого рейтинга Кожемяка. Основной сценарий недопуска Ищенко на новые выборы – его непрохождение через муниципальный фильтр. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.